Один человек показывает. Это ты, да? Хорошо. Нет, я же не это. Я же не сижу с левого аккаунта. Прямо как-то быстро такое ощущение, что прямо кто-то сидит и ждет, а когда же? Вспомнить бы, что сейчас будет, я уж чуть начало не особо помню. Два. Всем здрасте. Слушай, а то, что в эфире горит и написано красным, это нормально, да? Да. Это ты в эфире. А нам сейчас Не, я показали, просто... как кадр родилась. Я просто думала, должно быть зеленым. Не. Блин, я очень надеюсь, что с качеством будет все окей. Да. Но пока я вижу все хорошо. What is it you want? I received some very interesting intel on you, Miss Wang. Intel that will greatly influence your future. Curious? Not in the slightest. Что такое за Что куб такое часики? интересный? Часики? Ой, не знаю. А она же, да, Симмонса убивает? Да, кстати. Мы его убиваем. Не, подожди, убивает его Леон с Хелен. Да. Нет, его Ада добивает. Так он еще жив. Мы же потом еще деремся в конце с А, Леоном. ну, с гранатометом, Да-да-да. кстати, да. Это мы помогаем просто, получается. Так, ну вроде пока Огнетушитель все надо? окей. Огнетушитель. А что у нас есть? Оружие сохранилось. Это хорошо. Это с прошлой нашей игры получается. Как бы сейчас пройти, чтобы нас никто не трогал? Слушай, может, надо не стрелять? I suppose I could go introduce myself, but I don't want to fall behind Так schedule. если я просто мимо пойду, он же один хрен запалит. Нет, смотри. А теперь потихонечку идем дальше. Ну, наверное, Патроны он все равно, дает. наверное. А, да? А мне ничего не было. А мне ничего не было. Значит, Так здесь может, много. типа, все равно нам придется стреляться, я уже не помню. Ой, зачем назад-то? А где они там? Они ж тут все равно все в проходе стоят, да? О, сзади. Подойти и... Да, блядь. О. Может быть, у нас получится по стелсу, хотя я не уверена. Смотри, мы до отсюда дошли. И тревогу не подняли пока Никто что. нас не убивает, да? О, стоит сейчас. Ой! А он сзади стоял. Все, я ему бошку свернула. Ты погоди. О. Так. Кто там? Что там? Не вижу. Он там ходит. Бля, спалил. Сука. Спалил, падла. Все равно спалили.
А так хорошо начинали. Ну ладно. О, вай. А почему я упала? А, сзади. Сзади. Вообще. Да ё-моё, я же убила сзади. А, блядь, отвали. Паутины дерьмовые. Блин. Что происходит? Не знаю, какой-то месси упал. Здесь слишком пространство еще такое маленькое, пиздец. Слушай, мне кажется, ой, надо идти вперед. Ой. Лай. Я уползаю. Пошел нахрен. Может, я жива останусь? Я иду. Я думаю, надо вперед бежать. Да вставай ты, курица. О, о, о. О, ты встал. Ты смогла встать. А я, получается, видишь, сползла, чтобы они по мне не попали. А, тут вот проход. Стоп. Где? А. Ты идешь, да? Нет. Как нет? А я ушла. Я думала, ты за мной. Пойдем. Сейчас он еще одна придур, помню. Не тебя вообще хотел убить. Да блин. Да. Ты какая-то косая. Пиздец, он еще по мне попадает. Молодец, полежи, пусть посохнет. Юлька, они респаются, надо идти вперед. Ой, ой, оп, пошли. Да иди ты, дура. Так, успела. Так, ладно, все, пошли. Сейчас сдохну. Да, в другую сторону. Пошли, в другую нахрен сторону. Ты прям к ним подперлась. Вот сюда. Нет, 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 да ладно. Зацепил. Зашибись. Подохну в самом начале, учитывая, что у тебя дохера оружия. Красота, блин. А, я не могу двери открывать, забыла. Я уже забыла этот момент. Тихо, мы записываем. Я думаю, там не стоит нам задерживаться. По максимуму сейчас вот этот первый промежуток пройти. Чтоб нас не заметили. Ой. И бежать вперед. Где там второй чувак? Так, отлично. Бля, он там еще один стоит, кстати. А он нас спал? Ну, пока не спали. Тут еще один в комнате. Угу. Так, пока мы по-тихому вырубаем. Вот здесь вот в прошлый раз меня этот спалил. Ну, он сюда подходит просто. Где он там? Не вижу ни хера. Он стоит, смотрит. О! Смотри. Удачно. Пока не... Блядь, вот он. Ну, шел? Сейчас, подожди. Вроде ушел, кстати. Что я его не вижу. А он ушел. А вот вернулся. Ну, придурок, ты будешь сюда идти? А, он сюда не идет. Он там ходит, патрулирует, наверное. Давай сюда. Ой! О, блядь, зашибись. Вот это, блин, неожиданно. Что-то я прям так забежала и не увидела. Прям на него побежала. Да, по крайней мере, нас не запалили.
Хотя нас уже спалили, а музычка-то играет. Наверное, потому что мышки. Стреляют. Да что ж ты? Сразу что прыгали. Оп. И там подпалилось, слишком много было там, пиздец. Пиздец. О, дура. Оп. Не пойму, ты сдох? А, это живой такой. Ах ты козёл, посмотри, человек. Так, окей. Ах ты. Ага. Так. Да пошёл. Тут столько народу было, пипец. Ой, там ещё. Слушай, надо идти, они здесь. А, нам сюда, смотри. Ты там... Блядь. Нам вот сюда показывает. Да иди ты нахер, я хочу патроны забрать, придурок. Ну, пока я их там вроде подстреливаю. Да, свалился к тебе туда. Ты взяла? Они сейчас опять придут. Угу. У меня что-то и места ни хрена нет. Так, дробовик. Пошли его вот. Нахер. Да, наверное, спускаемся. О, тишина и спокойствие. Ты погляди-ка. Ага, так. Что-то замечала хрень, когда вот перепроигрываешь. Ну, то есть, когда ты начинаешь... А, полетели. Ну, то есть, когда ты начинаешь, как бы, ну, с одним оружием, да, по сути, как мы с пистолетом, да, там, ты проходишь их как-то нормально. А когда у тебя есть все оружие, ты что-то, у тебя нихера не получается. Ну да, мне кажется, мы в первый раз прошли лучше. Блядь. А я еще какая-то косая, если честно. Целись в голову, она у меня это... Ой, это придурок, прям... который паутиной бросается. Да. Ну и что, даже патронов не даст, ну пипец. Так. Ну пистолет у меня практически весь кончился, кстати говоря. Ой! Может им гранат туда захерачить сейчас? Сейчас пускай погорят. Оп! А, ты тоже кинул, блин. Mm-hmm. Ну ладно. Ты прикинь. Она чаша ведь не действует. А вообще. Столько потратить. Ну, то есть две гранаты мы выкинули, а им хоть бы хны было, кстати говоря. Вот. Заметила? Может, как-то зависит от того, сколько у тебя оружия. Хрен знает. Потому что, мне кажется, мы с пистолетом как-то попроще проходили. Все возможно. Тревога? Тревога. А если нам ее не поднимать? Так уже подняли. А, здесь же этот будет, который... Помнишь... Блин, забыл, как называется-то. С камерой. А, вот эта хрень. Я хочу взорвать. Вот это надо было взорвать. Mm-hmm. Штука-то. О. Максим все жаловался, что тут за коробками наши вообще. Я говорю, о, коробочка. Он такой, собирательница коробок. Я говорю, ну куда же без них-то боеприпас там, все дела. Вот. Че, нет там, да, ни хрена. Это мы с тобой, да, тут это. Каждый уголочек облезем, облазим. О. Что-то мы проходили, а я толком-то уже и не помню.
Ну, я тоже так. Эмблему увидел, да? Угу. Ай. Ай, господи. А мы в подлодке, да? Какой-то. Ну да, но тонуть же, по-моему, тонуть она, по-моему, начнет. Фу, мышки. Мышки. Уа, сдохла. Чем дают они? Так много. Я ползу. Троих убила, ничего не дали. Ой, здесь же этот будет, да, по-моему, хрен. Или разве? Не здесь? Не знаю. Я не нет, помню. Нет, Леон нас же не здесь ловит. Леон? Ну да, где помнишь? А, он, блин. Когда поймал он меня. Это можешь только ты. Ой, а вот здесь толстенький такой будет, не? А по-моему, сейчас будет загадка вообще. Ой, это дурацкая. Да, да. Да, точно. Так. You never did have taste, ой. Did you, Simmons? Так, окей. Такое место, прям комнатка такая оборудованная, да? Угу. Угу. Так, ну давай так же я буду стоять у двери. Ты помнишь, я не помню, куда делать? Вот эту фигню, по-моему, надо нажать. Вот тут явно. То ли вставить, то ли нажать. Вот сюда вот. It's locked. This is going to require a little effort, I assume. Ой, ой, ты ой, что ой. Сделала? А да, что ты сделала? Она подошла, меня током ударила. Она бьется током? Да. Ничего не можешь сделать? А, тогда вот тут, вот сюда вот. О, теперь могу. Я сюда уже подходила, что-то. Да, но я всё равно не могу, ничего не видно, обзор закрыт, блин. А вот теперь вот эту штуку попробуем. По-моему, мы её вытаскиваем. Угу. А, нажимали. Кнопочка, ля. Вот только что за картинка там, я не помню. Я сейчас буду на телефоне посмотреть. Ну, рыба. Ой, слушай, теперь другая картинка. Тогда птица была. По-моему, тогда вообще какой-то а-ля червяк был непонятный. Ну, рыба сейчас, да? Сейчас рыба, да. Так. Так, вот эту сейчас посмотришь. Это какая? Это первая, да, как раз? Дальше. Это первая, да, крутится. Вот, наверное. Нет. Нет, дальше. Нет. Вот либо вот это, но я думаю, что вот это. А у нас вверху была морда или внизу морда была? Ну, допустим, сейчас. Накрути. Сейчас, если что-то будет собираться. Хотя, может быть, другая. Так, ладно, а здесь вот а-ля это какое-то крыло вообще какое-то. Да я... А вот это какая крутится? Вот, стоп. Вот, это рыба, вот я прямо здесь ее вижу. Это вот, птица. Кстати, по-моему, ее собрали, рыбу. Вот эту мы собирали. Да, вот... Вот эту вот, она. По идее. Что, уже так. Собрали? А нет, я не знаю здесь, что у нас. Смотри, вот. Вроде похож картинка. Нет, смотри, вроде целый уже. А вот это нет? И вот это тоже, да. Или та? Да-да-да. Вот первая была? Не-не-не, которая... та предыдущая всё-таки. Вот это? Вот это, да. И последнюю, наверное, тоже надо покрутить. Ага. Предыдущая была. Дальше вкрути. Дальше. Вот, стоп. Ну, вроде оно. Рыба. Оно? Вроде похоже. Сейчас узнаем, если меня током не шибанет, ну да. Все? Было непросто. А. Как орешки щелкаем, пчелы. Загадки. Легкие.
читать с ним. Я его только что пристрелила. Этот камера. Камера. Да, причем нас она не бьет почему-то. Да, кстати, я так и не поняла, почему. Кто их включил? Сейчас его тоже камера хилает. Может, это Ада взломала? Смотри. Помогай. Ага, придурок. Видишь, хоп-хоп. А, да, ты стоишь на этих фигне, и она помогает. Она, наверное, взломала как-то, да? Всем безопасности. Да? Получается. Да хрен его знает. Здесь ничего нет. Ты смотришь? А. Интересно. Кто? Чё? Да меня Ольга смотрит. А. Ой, травка. Целых две, по-моему. И зеленая, и красная. Погляди. Блять, у меня места нет. Чё выкидывать? У меня два лечебных спрея. Мне как-то жалко выкидывать спрей. Полечись или у тебя полный? У меня два. То есть я даже если использую, мне все равно один останется. Пистолет выкинуть может. А мне все равно два места, то есть мне надо два выкидывать. А, я поняла, что сейчас сделаю. Хорошо, на пистолет выкинула 10 патронов. У меня две аптечки. Берем красную. О, а здесь есть еще вон два спрея, две гранаты. Да? Гранату здесь видела? Сейчас. Да, во. Сжигательная. Ой. А, это я на это нажала. Ну-ка, стой, я полечусь. Джейк Мюллер has been located in the Republic of Edonia. Your mission is to find out if his body has antibodies to the C virus. We cannot allow a vaccine to be produced. Agent Birkin will be sent in to acquire the target. Your job is to ensure they escape the country alive. Все-таки Шерри типа работала на Сименса, да? Угу. Она просто не знала, что он задумал. Угу. Так, я... Кто-нибудь придет? Или кто не придет? А куда нам чесать-то? А дверь вот эта, она не активна? А мы не от нее прошли? Нет, не закрыта. А что сделать? That was dated 6 months ago. That can't be right. Полгода назад? Maybe they were passed on to someone else. Ящики, Юля. Нихера себе, много вас. Забуксовала. Ага. Отлично. Все, еще один? А, все. Казалось, тут остался ж. Да нет, здесь еще где-то. М? О, здесь есть камера. А, это наша камера. О, а стой, вот подожди, же... пошли сюда вот. Ай! Сейчас. А, нет, она не помогает. Или поможет. Ну, чтобы они за нами сюда прибежали. И придурки. Вот. Ага, отлично. Сэкономили патроны. А их там вот больше. Мне кажется, как будто тебя тихо слышу. Не знаю. Так, блин, что-то я ни хрена не могу взять. Чё, всё, там больше нет никого? Превратил спала. О, всё. Так, сжигательную гранату насобирал-то я. Так,
Зарядим. У меня одна и ручная граната, блин, и места нету ни хрена. Патроны взять некуда. Пошли. У тебя тут патроны? Да, вот здесь лежат на автомат. А, и вот на пистолет. Тоже я их взять не могу, зашибись, блин. А куда нам дальше? О. А я не заметила. Давайте первое, то я вечно приползу, а я ничего делать не могу. Приходится назад ползти. Ой, кто там? Sorry, boys, no time. My dad's card's already full. А. Ой, что такие борзые? Ой, иди нафиг. Я забыла, что я не Джейк, и я не могу, как он, делать. А он иногда бывает прям отбивает. Оп, втроем прям заебись. Прям бошку. А ты еще внизу? Ну я тут найти. А-а-а! Я прилетел. Сейчас он меня убьет, да? Вставай. Уходим. А ты включала эту штуку? Какую? Вот здесь вот красный вот этот, чтобы нам помогала вот эта вот камера. Пулемет или как он? Вот здесь вот. Встань на нее. Во. Отлично. Во. Ой, сколько коробочек-то. Эти умения. Ага, что я такой взять нихера не могу. Вообще места нет. Опять сжигательная граната. То есть... А, вот еще одна. А это работает или нет? Чуть не поняла прикола. Так, а вон ты. У тебя места нет, да? Да, вон освобождаю, хожу, блин. Так, это работает. О, чуть не ушла мимо. А вот теперь и это работает. Придурки. Угу. Что досталось вам? Отличненько. Пулемет, ты наш прям спаситель. Ох ты, падла. Ой. Ой. Простите, это я. Ах ты, мудак, пошел ты нахер с этой паутиной. Вышло, да? Ага. Сейчас, дай-ка я добегу, там он еще одна есть. Ага, сейчас я тебя расстреляю. Угу. Получил. О! И опять у меня место нет. А, ну-ка. Дай-ка я вот эту хрень выкину. А, уже и вкидать-то некуда. А, там трава, я не могу взять траву, да. Угу. Бля, ну ладно, придется выкинуть. Вот так вот. Ой. Я не понимаю, где он болтает. 12 штук. Угу. А разве тут еще остался? Да вон, видишь, кто-то по нам стреляет. А, вон он стоит, придурь. Где? Наверху, вон он. Все, вон он упал. А, я его даже не видела. Слушай. Я тоже, я вижу, что стреляет. Потому что у меня вообще места нет, взять пистолет. Патроны нихера взять некуда. Что-то я все равно тебя очень тихо слышу. А. Я наоборот вроде не орать, чтобы игру было нормально слышно. Так в плане игры с музыкой мы там все подправили. Сейчас тебя не просто слышно не будет, поэтому... Не, ну слишком сильно не орит, потому что у тебя же там все спят. Вот. Что, подводная лодка. Угу.
Блин, патронов немного, на самом деле, блин, еще до хера там оставил, потому что места нет, блин. Ну. Чё-то как-то тихо. Слишком тихо. Да, они ещё объявятся. О, эмблема. Блять. Смотри. Оп. Сейчас накаркаю, да, я? О, как обычно. Ну, ещё появится. Так. Вот тут, кстати, кто-то... Да, он стоит. Слышишь, да? Да. А что там? Там есть что-ли? А нет? Почему я не могу стрелять из-за угла? Вот я встала. А он у меня не стреляет. Вот я встала к углу... Ну, вот прислонилась так, типа, из-за угла целится. А он чин-чин? А он не стреляет, блядь, полечилось-то. Ай! Странно. Слушай, какие они стрёмные. Ты можешь стрелять из-за угла? Он пробежал. Что-то я не пойму прикол. Ну, потому что здесь она а-ля прячется. Я тоже не могу. Она вот у меня, я начинаю целиться, она встаёт. А Макс как-то стрелял? Не знаю. Я помню, я видел, он стрелял так, как он ну, это может, делал. Ну вот смотри, если ты прямо встанешь к стенке, она вот так встает. А если ты чуть-чуть отойдешь, вот прям немножко, она, ну вот так вот, то она нормально. Хрен его знает. Он, нет, блядь. Но он прям вот так вот стрелял. Там вот стоит. А, идет. Не очень поняла, как это делает. Надо у него спросить просто будет. Мы всю игру играем, я так и не поняла, как это делать, пипец. Уже заду компанию практически прошли все. Точнее. Нам у меня за всех так не получалось. Странно. Ну, а где остальные? Че, больше никого нет? Что там происходит? Что? Откуда? И куда? Ты бомбанула, да? Ой. А что это было? А, ты с своей этой штукой, да? Арбалета, да? Стреляла. Не, с винтовки стрелял. А, он прям что-то в кулачи аж разорвало его. Так, еще коробочка. Че, кто-то остался, что ли, еще? А, здесь ни хрена. Да не вон они. А, они снова появились, да? Полетели. The hull has been compromised. Prepare to evacuate immediately. Так, ну открывай. Ой, а мы в каком-то это. Все закрылось так. Выбирайтесь из подлодки. Пипец, столетие, один патрон остался. Пипец. Так, тоже убежал, да? Да ща она ж пока откроет, блин. Так, чаку. Чем опять полетим, да, куда-нибудь? Да, ты же у нас крутая, летаешь. О, блядь, долетела. Сейчас побежим. Давай.
Оп. Ай-ай-ай-ай-ай, все рушится, падает, так раун. Ой-ой, блядь. Последняя секунда. А ты вообще вот тут появилась? С тобой, да. Странно, почему они решили сделать вот зад вот так вот именно? Могли бы так же оставить, как и в предыдущих компаниях. В смысле, с кем-то? Ну, вот робот. Ну, потому что или она типа одна. Она... А с кем ей надо было? Сады номер два? Нет, ну в плане я-то могла там нажимать на что-то. А, ну это да. Ну, типа по сюжету она типа одиночка, и только она может. Или типа ну, она взломала его, и мы типа ей помогаем, блядь. Ох ты, му. Ну, придурок. Ах ты, падла. Что произошло? Блин, убейся, да, когда крылом нравится... открывается. Чё? Ну да, бесит. Но мне очень нравятся стрелы, что они даже крыло прошибают. Ну да. Ой, блядь, откуда ты здесь взялась? С дробовика, блин, впритык хреначил. Вообще хоть бахны. Со спины, блин, да ты дура, отбегать. Что ли, я тебе... Перезарядись. О, дурень-то. Все так болтается. Некуда мне брать патроны. Так, куда нам? Полетели. Ой, ёб твою мать, да ладно. А чё, уже типа? Сейчас на нас всё будет сыпаться. А-а-а, бежим. А с иксом без икса? Вай. Ой, да не туда. Ползём. Ползём. Ой-ой-ой-ой. Ну, дура, куда ты, блядь, ящик положишь? Чё, как-то медленно ползти начал. У тебя такой вид там, я только что посмотрела. Шикарен. Ну давайте, господи. Ну... Я думал, мы проиграли. Ага. Ага. Ада, ну ты крутая. Прям вообще эпик. В кожаных штанах. Ага. Тут даже нет, Б, это как не будто она забыла, блин. План Б, действуем как попало. Наверх. Ну, полетели. Ой. Че, не успели, что ли? Давай. Куры. Ой, ёпта, мы побежали, Лена. Вода же поднимается, точно. Да-да-да. Так. Ой, блин. Я забыла про это все. Тоже, я тоже что-то еле-еле забыла, что вода здесь поднимается, и надо бежать. Ой. Камера трясется. А слушай, а тут налево еще можно было сходить. А, да? Тут налево можно еще сходить. Слушай, да, Юль. Не знаю. Иди сюда, давай посмотрим. Ой, а здесь эти враги. Не знаю. Пауки. А куда я пришла-то? Что это вообще? Смотри, еще одна лестница. А нам куда? Туда надо или туда все-таки? Мы только что вот здесь были, нет?
По-моему, нет. Ой, эмблема, эмблема, слушай, мы здесь не были, смотри. Вон там внизу эмблемка. Вон, вон, вон. Блядь, сейчас. Подойди к краю, видишь? Внизу. Ой, прости. Но можно и здесь пройти, а можно и там. Я хрен не знаю. Мы, видимо, в прошлый раз там, да, залазили? Ну, наверное. Так, надо валить. Потому что я не помню, что мы эмблему брали сейчас. О. Да, мы с другой стороны выползли с тобой, вот отсюда, по-моему. Ну, а вот здесь ты пробивала, экран открывала вот здесь вот. Вот вентиль вот этот ты открывала. А вот там вентиль тоже должен быть. Да. Ты в прошлый раз также пробивала и открывала его. Нет, вот сюда мы не залазили, или были тут. Mm. Мы, видимо, вниз не слазили, потому что я не помню, что мы там эмблему брали, если честно. Блин, ну хорош уже так трястись там. Mm-hmm. Пипец. У меня в глазах уже, если честно, рябит все. Ух ты, нихрена себе как это. Может, мы типа померли уже? Это, наверное, вода прибывает. Что-то я не помню, чтобы у нас такое было в прошлый раз. Вот. Колбасил так не по-детски. Ну, это, видимо, мы то, что начали перепроходить, ну, обходить, и эта вода, видимо, убывает. Точнее, прибывает. И, видимо, нас это, ну, трясет нас так. А, типа она все ждала, что мы уйдем, а мы все там ходим. И, наверное, если бы мы подождали, то, наверное, мы бы померли сейчас там. А, вон вода прибывает. Ой. Так. Туда. Ага, сюда. Это опять затрясло. А если подождать? Попробуй. Может, так задумано, типа и серия. А я не могу к тебе слезть, кстати. Ничего не происходит. Ну вот я вижу уже воду, вот она поднимается. А-а-а. Да. Блин, проверили, называется. Я только хотела нажать это, ну, ползти. Так она еще даже не успела подняться прямо, ну, до меня. Почему-то я уже утонула. Кстати, ну, так вот отсюда начали. Здесь сохранение прошло. Прилично времени нам дают на самом деле. Ну да, трясти вот начинает, когда уже прямо вода скоро. Ну да, достаточно долго все равно. То есть можно бежать. Вот начинает там, трясти. А я уже упала. Вот у меня начало трясти сейчас. А вот на телефоне вижу. А вот она, вода прям подходит за мной. Блин, пипец. Вот опять начало трясти уже. Да, мы запаздываем. Успеваешь? Да, да. А дальше куда? А дальше летать. Ой, а не наверх? Да, наверх. Я думала, ты улететь должна. А что полетели? Оп. Она на плечи тебя сажает? Или за ручку держит, когда летит? Не знаю. Смотри, прям вода. Я не хочу это место тупорылое. Это разве сейчас прям? А вот эти дебильные, которые летуны, хер пойми какие, да, наверное, жуки или кто это? Блядь, вот, да. Оп. Ай! Так, одного убили, а? Отлично. Угу. Так. У меня дробовик какими темпами кончится. Так, куда пойдем? Нам показывают туда. Ну, можно туда и туда. А там еще? Сюда? А, ну здесь коробка. Угу. Которая нихера интересна. И эмблемы здесь.
А у меня патроны, кстати. Вон эмблемка. Угу, вижу. Угу. Пойдем туда. У меня на винтовку 53 патрона, ты представляешь? 48. Куда их девать, вообще не имею представления. Стрелять? Прям, ну, на дальнее расстояние вблизи как-то неудобно стрелять. У дробовика бы было бы неплохо. Да, здесь лестница, господи. Колесик. Еще одна. Я его где-то слышу уже. А кого? Этого, да? Показался этот летучий хрень, меня это бесит прям вообще. Так, слезла. Оп. А, здесь же кот. Угу. Так. Ну, тут я буду в кого стрелять. Подачу энергии надо установить, блядь. А, ну вот это как раз сюда нам надо. Вот сюда пока. Да, и что-то я... Вот здесь я путалась. Куда, сколько нам бегать, что-то я... Ну чё, сейчас разберемся. Прыгаем вниз. Блин! Ай! Да ты придурочная. Сзади же кто-то был? Угу, я. Ни хера не поняла. Ой, их двое. Блять, мимо пропадаю. Одна готова. Дробовик кончился. Пиздец. А эти, кстати, птички-то остаются еще. Да отвалить, а. Ай. О, нет. Жира не жизнь жирает. Да, прилично, кстати. Пиздец, половина уже. Две отойди. Ячейки сожрали. Где оно? Блять. Слушай, пойдем, может, они, по-моему, появляются. Да, опять, да, да, нет? Да, лишь бы мне не помереть сейчас. Да я тоже тут умру. А я померла. Оп. А да, они по две ячейки, получается, сжирают. Так, вон туда пошли. Стоп, 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 стоп. Блин. Я тебя не успела полечить. Трясется, кстати, всю палубу. Хочу сказать. А так, чё я не могу слезть? Куда нам? Так. Ну, туда показывают. Поплыли туда. Тут еще где-то, помню, был лечебный спрей. Угу. Наверх. Наверх. То есть куда наверх-то? А, вот, во, господи. Мимо. А, вот, кстати, приплыли быстренько. Да ё-моё. Мне кажется, в прошлый раз мы дольше искали намного. Okay. Вот эту. Мы назад дольше плыли. Так что мы там что-то не туда поплыли. Вот нам надо назад идти, и мы там что-то, мы вот поплыли по другой дороге, как раз за спреем. Но мы и эти кабели не сразу нашли, по-моему. Так, а дальше куда? Он вперед, да? Вот если поплыть вниз, там что-то есть. Тут был, по-моему, как раз лечебный спрей. Вот, стрелы внизу. У меня нету. Вот ничего. У меня стрелы я взяла. Ничего нету, падла. А вот сюда 9 метров. Во-во-во. Куда ты уплыла? Вот сюда. Ты внизу? Я вылезла наверх. Сейчас к тебе приду. Ты меня видишь? Нет. Вот, назад повернись. Сейчас я вылезу подышать. Ага.
Ох, блядь, ныряй обратно, дура. Там эти придурочные. Во, видишь меня? Угу. Вот я внизу тут здесь плаваю. Не было ничего? А, здесь я была, да, только что внизу? Там вообще ничего не было, кстати. А, по-моему, в прошлый раз мы тут спрей взяли, да? Ну, я внизу вот стрелы сейчас забрала. Вот сюда. Долго плавать могу, кстати. Во. Тут, правда, эти... Надо отсюда винтить сразу. И все эти птички сраные. Вот сюда куда-то показывают. Ящики. Я тут, Юль. Я вижу, вот сейчас я здесь ящики возьму. Тут там ящики были? Вот, вот здесь. Ща. Да эти, я вылезла, и эти сразу налетели на меня, крушены. Коршун. Ой, сюда залезть еще мы. Ой, слушай, тут тоже ящик. Кстати, здесь еще проход какой-то. А, вот, вот, кстати, вот это я вспомнила, мы сюда залазили. Да? О, ну-ка, пойдем здесь, нахрен, не хочу там. Да ёб твою мать, да ты гонишь. Чё, там что? А я не могу ничего сделать. Да, я подыхаю. Я одну убила, как слезла. Надо было тебя вылечить. Надо было тебя вылечить. А тут только птички остались, походу. Да твою мать, отвали. Сейчас я что-то... Ай, попала. О, ты прикинь? Угу. Ей так втащить можно было. Да не тебе, придурок, на ней. Ой, опять это хрень. О. Вот она когда появляется, да, ее можно завалить. Да не туда, пиздец. Да пошли отсюда. Пиздец просто какой-то. Все патроны потратила. О. 5 энтерболит всего. Вообще патрон нет. Ладно, буду снайперку использовать. Правда, это будет чертовски неудобно. Задолбали, пошли нахрен отсюда, блин. Давай, слезай. Ага. Ну, вас ушел. Их что-то здесь столько, что, блин. Угу. Ага, и здесь они сейчас были. Причем здесь только такие враги, кстати, смотрю, да? Вот эти птички, вот, блин, мышкара, точнее, птички. Угу. Раньше ты могла ее сломать, блин? Че, все что ли? Вау! Так. Идем дальше. Коробка. Ой, не заметила. Че произошло? Да не туда. Да, мы сейчас вот здесь вылезем. Почему не туда-сюда? Да я себе. Он у меня не там слез. Пойдем сейчас эту хрень. Так. Ой. Блин, сейчас еще вопросы будут же какие-то, пипец. А я уж не знаю, это ты отвечаешь или она? Ну, она что-то вон, назови себя, что тыкаешь. Ой! Это была я, сорян. Пипец, пожалуйста, назовите свое имя. Вот мне не до вас, ребята. Вот это вообще. Да ты дура. Да. Давай. Слезай. Чего блин, там? Давай. Хочешь?
want to do some fact-checking, I don't want persimmons. I've got nothing to atone for. Authorization approved. Как-то я сейчас неграмотно все это сделала. Everything. I know what it is you're looking for. A world of chaos. Погрузи, чё? Чё-то они там бубнят, я не знаю. Отвалите нахрен, я вообще не давай. Ух ты, он человеком стал. Блин, сейчас из него что-то вылезет, плевас. А, летучий, херотает. Вообще... Ой, давайте быстрее. Ну, Authorization approved. I have no obligation to answer you. My final question. What are you fighting? What? Пиздец, эти патроны. Давай. Ага. Так. Ну давайте уже, открывайте. Identity verification complete. Simmons is waiting for you. Да твою мать, опять тут летуны эти. Открывай двери, давай. Все, мы полетели. С винтовки просто, ну тут вообще с ними неудобно. Особенно с этой, с мушкарой, грубо говоря. А ты вот где в этот момент, мне интересно? А я у тебя там, не знаю, в кармашке. Ну, я исток. Я стала миниатюрная. Find anything interesting? A recording from 6 months ago. Then the trip was worthwhile. What's the matter? You still haven't figured it out. Allow me to clarify. Tomorrow the US will suffer a bioterrorist attack. After that, China, and then major cities all around the world will suffer the same fate. At the hands of Neo Umbrella's very own, Ada Wong. Подстава. Чистой воды просто. Ну да, у нас же Ада типа одинокий волк, все дела. Все сама делать, все одна. В команде не работает. Так этот робот, за которого я играю, я так предполагаю, что она его там взломала, наверное. Он же такой же, как эти же. Да? Ну, да. Вот. Пока-пока. Ух.